вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Песня «At Last» в исполнении Натальи Макаровой. Начинается наш сегодняшний концерт «Old Fashioned Songs». Ровно год назад, 17 марта 2017 года, мы впервые представили программу из золотых эстрадных джазовых мелодий, оригинальных аранжировок и авторских композиций. А сегодня мы представляем вам новую музыкальную программу в исполнении ярчайших исполнителей Санкт-Петербурга. На сцене симфонический оркестр культурно-досугового центра «Московский». Концертмейстер оркестра Михаил Чаусовский. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Владимир Смирнов. Далее группа «Party One». Продолжает наш концерт песня «Midnight Sun». Авторы Лайонел Хэмптон и Сони Парк. Аранжировка исполнения Павел Линейкин. Thank you.
swing of it will twinkle like an hour, and the stars forget to shine, and we may see the meadow in the summer. I see why in crystalline, in woman on the horizon, and love, when your lips so close to mine, and we saw the midnight sun. Спектаклю Московского театра сатиры «Проснись и пой» по одноименной пьесе венгерского драматурга Миклоша Диарфаша. Слова Владимира Лугового, музыка Геннадия Гладкова, песня из кинофильма «Джентльмены удачи», аранжировка и исполнение Дмитрий Кобзев. «Проснись и пой».
дорогие друзья, сейчас прозвучит песня современного композитора Николая Панина. «Ты видишь?» Музыка и слова Николая Панина, аранжировка Валерий Прудников. «007. Координаты Skyfall». Автор Адель Аткинс и Пол Эдвард. Аранжировка Василий Шавров. Исполняет Наталья Макарова. Thank you.
Завершат первую часть нашего концерта две песни из легендарного фильма «Серенада солнечной долины», по праву относящиеся к золотой классике джаза. I know why. Чаттануга Чучу. Музыка Гарри Уоррен, текст Мака Гордон. Аранжировка и исполнение Дмитрий Горзель. Митя, просим. Hiding every cloud from
чуть-чуть. Черт, эту знаю, бою кирешка. А гранфоки полечка, много чуть-чуть. А гармофер, и жасту чалу ту спел. Тюфы, фэмпеса, встреча, бабы, бабы, тюфо. Thank you.